Интерпол отказывается объявлять в розыск украинских чиновников, работавших при президенте Януковиче. Там считают, что их преследуют по политическим мотивам. Об этом заявили в Главном следственном управлении украинской генпрокуратуры. Как уточняет агентство Укринформ, из-за позиции международной организации и уголовной полиции этих чиновников не могут заочно осудить на родине. Но в Киеве уже ищут обходные пути. В Верховную Раду внесен законопроект, в котором предлагается разрешить заочно выносить приговоры людям, которые не значатся в международном розыске.